Настя делает вегетарианские суши. Для Тани тут авокадо и огурец. Да. А нам с рыбой и с этой, с креветкой 100 грамм взяли. Да, ну, нам есть мясо. Да, она не ест ни рыбу, ни мясо, ни морепродукты, короче, ничего. Творог может есть. Творог, да, молоко. Ну, это же Филадельфия, типа сыр. Что мы купили? Такое васаби и имбирь. Пробуем. Идеально. По соевым надо пробовать. Ну, это вкусно. Вкусно? Угу. Ну, слава богу. Это Татьяна. Татьяна. Хорошо. Татьяна разговаривает по телефону, она очень занята. Хорошо, давай. Еще Татьяна очень много курит. Это очень вредно для ее здоровья. Ну видишь, какая он мамка. Вижу. Таня, передавай привет фолловерам. Привет, фолловеры. У нас не курят на этом на канале. Такая вот, такой вот, я не знаю, как это даже сказать. Абонэссен. Вот блюдо просто, абонэссен, ужин у нас. Настя, у нас и не матерятся на канале, все, всем пока. Включимся. Татьяна оценила роллы Анастасии, а что ты меня? И делает обзор в свой Инстаграм. Обзор, да. Значит, перемешиваем немножко васаби. Овощной ролл с авокадо и огурцом. Говорю Тане, Тань, ешь целый ролл? Я распробую, да. Очень вкусно. От 1 до 10 надо. 10. Настя, молодец. Это 10. Вы проходите в полуфинал. Нет! Настя кричит во всю радуга, радуга. Нет, просто прикол был в том, что вообще я смотрю, типа, куру. Нет, и она резко появилась. Что, Тань? Ты знаешь, что в Германии запрещен по закону штраф? Что? Если люди, кто, типа... Скажи, ганстэп. Нельзя вообще по закону, серьезно. Таня, что она говорит, что по закону Германии капюшон не мог заходить? Что? Она плевала на законы, обходила стороной. Она сделала еще вот это. Все, у меня болит голова просто неимоверно. Сейчас мы соберемся. Не перед добром чешется нос. Что у тебя в тумбе? Мы нашли клуб Ожидёсельдорфа, Шеймонту. Я бы от вокзала. Подожди. Говорю, сейчас поведем Таню погулять по нашему городу. Да, мы сначала погуляем, вечером мы поедем. Что-то не скажете? А что сказать? Радуга ушла твоя. Нет. Да, я вижу, он кусочек. Настя постоянно требует еду. Да, я вижу. Сколько ты будешь требовать? Ну, сейчас уже будем выходить. Вот душ пойдете? Я умываться не буду. Нет? Нет, я не буду. Мы с вечером перед приездом быстренько. А ты? Я пойду. Мы же перед клубом накрасимся, правильно? Ань, как я тебя красила, помнишь? Да, мейкап просто супер. Хотя, с учетом того, что книги на них красят. Я вообще тоже не люблю. Ну, в первом сюда все ходят в очках. Потому что там очень яркий свет светит прям в глаза. Да я уже это видео посмотрю. Настя, ты хочешь на техновечеринку? Ты когда-нибудь там была? Нет. Дайте мне. Не была? Там очень круто. А ты была? А вы знаете, что самая крутая музыка техно именно в Германии? То есть, типа, это в Германии тут, все крутое. Тут клубы не такие, типа, как наши, типа, это, тут, короче, тут все ходят в клубы. Там на этих техновечеринках ребята с офисов приходят, которые там... С офисов здесь ты имеешь в виду? Да. Там ребята есть, которым по 30 лет рочки. 30 лет. Контент, который вы заслужили. Пишите в комментариях.
Какое возбуждение. А Татьяне? Татьяна даже не знает, куда она ее снимает. Пиши коммент. Таня не знает, куда я ее снимаю. Она вряд ли узнает, в принципе. Тогда я уже посмотрю что-нибудь. А что ты делаешь? Пытаюсь сделать пепельницу. Ну, возьми пепельницу. Да нам Кевин прислал так, пепельницу. Надо. Какие вот эти? Да я сегодня вот поела. Амазон. Кстати, мне не нравится Амазон вообще. Вещи, бред. Да, качество. Но дело в том, что это не, так, не проблема Амазона, это проблема магазинов. Да вот именно. Уже в Польшу поприходили кроссовки. Камон. И... Я сейчас уже это старые фирмы. Я сейчас тебе заказала. Шо? Мне вот сегодня мама сказала, что пришли. Шампунь. А, ну такой, и да. Этот самый. Ну, ну такой, да. Так, блин, просто, может, смотря какой поставщик. Да. Но как в кроссовках могут быть внутри катышки? Ну, это, ну, New Balance, они... Таня выключила мне камеру, говорит, дай уже глянуть. Я еще не досняла. Ну, ты сама ее подожди, что я рассказывала? А, это как кроссовки. Внутри кроссовок могут быть катышки на первый день? Причем, что носки неплохие носки. Это именно и ткань это внутри этих. Ну, вы поняли. Ну, ты же видела, мы с тобой везде заходили, в любой магазин, они сами по себе такие. Я рассказывала, что я вот эти балансы, которые сейчас купила, это, кстати, мой самый любимый. Этот 300, они самые удобные, а мне 500, какие 575 мне нравятся. Вот эти вот 524, короче, я их купила за 30 евро. Они были по скидке 37,5 размер. А, ну это же типа размер остался. Ну, ну, прикольно. Так прикиньте, за 30 евро. 574 я перепутала, мне больше всего нравится. Мне вот эти это вот там, где мы были, да. Тоже там можно повыкнуть. А вот эти 530-е, да, они удобные, но... Ну... Так прикиньте, потому что размер остался, такой цвет охуенный. У нас тут тоже есть магазин Tecamax, но там, правда, ну, не бывает. Такой маленький выбор. Сейчас поедем, покажем. Блин, да, там большой. Тут маленький выбор. Я покупала... Не, сейчас. Мне еще вот тот чувак, мой бывший с Харькова, заказывал... Вот эти, на, вот эти балансы, как у тебя сейчас, только стандартные, где черный с белым. За так там евро. Ткань лучше внутри. Ну, да. А эти 150. И конвера черные, обычные, тоже за 110 где-то. Ну, так у нее ткань в тех другая, цены. Потому что... А здесь она как... Ой, короче. Сетка? У тебя, не, нет, нет, у тебя... Нет, как раз-таки унес сетка. Да, наверное, у тебя ткань такие... другая. Они, кстати, по 80 были у нас, вот эти, что у тебя... Но ну, эти, так, эти этих денег не стоят, вообще не стоят, потому что катышки реально да. Независимо от того, и, какие ну, носки. Ну, блин, стыдно, придешь в гости, типа, подумать, там, носки. Так оно шо, само отпечатывается. Ну, да, приходится каждый раз убирать их. Кто из вас пойдет в душ, мне скажешь? Я в шоке. Давайте. Настя, идешь? Нет? Я уже. Нет, я умываюсь, и вечером, если мы будем ехать, то... Ладно, все, это видео... А, сейчас еще кое-что у Тани спрошу. Таня, скажи, что у нас здесь теплее, чем у намного вас. Теплее. У нее земля Нижняя Саксония, да? Вот она в шоке, говорит, у вас тут солнце, а у них да. Вообще ну, да, холоднее. Ну да, надо бы окно открыть. Камон, у меня мама, он замороженная лежит. Ну, не знаю. Очень тепло. Не, ну может это сейчас так на недельку, когда мы приехали, было холодно. Ну хотя бы не сыро. У нас ну, да, сыро очень сильно, сильно, у нас все мерзкое, и целый день идет дождь. Вот он начался утром, и до конца не, вечера не идет. Забыла. Я, наверное, забыла. Так и я, не пон... я тоже не Таня понимаю. Сдала на С2. Таня С1. Молодец. На С1? С2, и ты можешь правильно. А, родной язык. В общем, ладно, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Может быть, Тане покажем когда-нибудь канал. У нас Все, включимся дальше. Всем пока.